Итак, друзья, у нас все категории до 67 килограммов. Четвертьфинал. Амантур Исмаилов, друзья, у нас тем временем. Бронзовый призер чемпионата мира, который в 1/8 финала сумел выиграть олимпийского призера Садике Валихана. И выходит он на ковер против Султана Асетулы. Султан Асетулы, в свою очередь, выиграл Лей Ли из Китая. Да, 4-0 у него был счет. Бронзовый призер турнира Болота Турлыханова. Но сейчас, конечно, Амантур должен проходить этого соперника. Ну, должен. Да, у него в соперниках чемпион Азии. Асетулы чемпион Азии действующий. Но я думаю, что Амантур в хорошей форме. Противостояние греко-римской борьбы Казахстана и Кыргызстана. Ну, Амантур, конечно, лучше борется с нашей стороны в этой категории. Его сейчас как же пропускают? Ну, как так, Амантур? Ну, как же можно было так пропустить? Сейчас туше будет. Амантур Исмаилов, что происходит вообще? Четырехбальный бросок выполняет Асетулы. Еще 2 балла. Что-то происходит с Амантуром. Я согласен, да, чемпион Азии, я знаю, но Амантур сейчас в такой хорошей форме находится. Ну. Ну все. Амантур Исмаилов. Два балла все-таки не дали, да? 2 балла не дали. А Таркембаев, конечно, очень сильно недоволен. Как и Улу Харачулов, как и, в принципе, все мы. Амантур Исмаилов, ну, давай, давай. Султан Асетулы молодой, 22 года всего лишь. Очень талантливый борец, действительно талантище настоящее. Возможно, даже будущее. Но мы должны отстоять. Единственный наш борец остался сейчас, единственный. Давай, Амантур, надо бороться! Надо, конечно, вот здесь и пропускает. Ну как же так? Челлендж просит Азат Эркембаев. Ну не знаю. Еще раз. Нет. Челлендж мы не выиграем. Там рука заблокирована, видите? Да, конечно, мы челлендж проигрываем. Да. Амантур. За пределами Хрисана на больших турнирах прекрасно себя чувствует, прекрасно себя показывает. Как здесь это получилось, я не знаю. Выходит Султан в полуфинала. Ну что ж, остается нам еще болеть за Султана. Я сетку не видел. Ну там есть Орто Санчес. Выиграть олимпийского призера Салике Валихана и проиграть
очень, конечно, талантливым, перспективным проспекту из Казахстана. Но ему 22 года всего лишь. Ладно. Амантур красавец. Все равно. Однозначно.